Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Этот город – самый лучший город на Земле. Инициативные субботники в областном центре продолжаются. Наведение порядка и благоустройство во всех брестских уголках – дело порядочности каждого неравнодушного брещанина. Накануне Международного дня освобождения узников фашистских лагерей Брестская организация отметила 25-летие со дня образования. «Победим сахарный диабет» – лозунг Всемирного дня здоровья 2016 года. Цикл профилактических акций и тематических встреч в рамках этого мероприятия прошел в областном центре. «Мода в зеркале истории. Эпоха реформации. Гравюры 19 века. Германия. Экспозиция старинных репринтов, демонстрирующих западноевропейские костюмы эпохи реформации, были переданы меценатам в дар музею города». Об этих и других событиях прямо сейчас. Месячник по благоустройству города Бреста продолжается. В очередное субботнее утро на карте рабочих маршрутов практически десяток точек, расположенных в разных частях областного центра. О том, где в этот раз был наведен порядок, а также почему эти объекты являются столь знаковыми для города над Бугом, ответы на эти и многие другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Где есть настоящий хозяин, там и порядок. Не раз Брест появлялся в международных рейтингах как один из самых чистых и красивых городов не только Беларуси, но и мира. Все потому, что к своему труду и к труду тех, кто наводит порядок на проспектах и улицах областного центра, брещане относятся с уважением и пониманием. А во время месячника по благоустройству они и сами не прочь поработать топором и лопатой. Ведь каждый из них житель, а значит и хозяин судьбы своего города. Третьи выходные подряд на различных участках дорог, в парках и скверах не только коммунальники, но и представители вертикали власти, депутаты, инициативная молодежь. Сегодня один из пунктов – территория Старого парка, известного более как Сад Свободы, на пересечении улицы Ленина и проспекта Машерова. Инициативная группа во главе с мэром города Александром Рогачуком очищала исторически значимую территорию от кустарника и зарослей. Здесь сегодня еще один элемент работы в городе по его благоустройству, поэтому депутаты должны быть, если не впереди, то среди работников горисполкома, которые сегодня показывают, ну, не только пример отношения к благоустройству города для всех остальных брещан, но и реально делают работу, чтобы наш город был лучше, краше. В архивных документах территория сада упоминается еще в конце 19 века. По мнению ученых-историков, этот небольшой экологический островок мог принимать под своими сводами таких известных личностей, как Сергей Рахманинов и Антон Деникин. Пока парк закрыт для посетителей, однако всему свое время. Ежегодно мы проводим здесь акцию по расчистке данной территории. Когда-то она была от самого забора, от входа, вся в поросли. На сегодняшний день, вы видите, если обратить внимание, туда дальше она ежегодно почищается. Ну и принято было решение, что очищать потихоньку и в дальнейшем, очистить данный парк с последующей какой-то возможной разбивкой дорожек, чтобы люди могли здесь, по крайней мере, пройти, подышать воздухом, то есть сделать такую рекреационную зону. В это же время на территории микрорайона Березовка от ненужных построек очищали участок недалеко от бывшего магазина «Сити Мартин» представители общественных объединений Ленинского района совместно с военнослужащими внутренних войск и сотрудниками МЧС. После перехода этой земли из дачных угодий в городскую собственность, там все еще оставались неснесенные хозяйственные постройки, которые, обрастая мусором и ветками от старых деревьев, создавали неприглядную картину. Поставлена задача тоже, чтобы, скажем, благоустроить ближайшую территорию, как раз вот, чтобы люди могли заехать в наш город и видеть красоты, а не эти хижины, которые здесь находятся. Однако не только в субботние дни брещане благоустраивают территории города. Работа кипит и в будни. В прошлом году на пограничном острове в Брестской крепости были высажены саженцы яблонь. 70 новых деревьев символизировали время, проведенное белорусами под мирным небом. В этом году сад пополнился новыми саженцами. Всегда начеку и военнослужащие, и биологи. Территория убрана, поддерживается чистота и порядок. Вот. Опять-таки отрадно то, что оказывают в этом помощь учащиеся школ, гимназий, ну а также университета имени Пушкина. Зиму перезимовали деревья все благополучно. На сегодняшний день символично то, что в канун 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны и первых боев на границе мы вновь собрались на этом острове, чтобы отдать дань памяти погибших воинов, высадка еще 5 деревьев, которые будут ознаменовать вот эту юбилейную дату.
начало тех страшных событий дней. Мы договорились, что наше сотрудничество на этом не закончится, что наши специалисты Центра экологии еще придут сюда и помогут вот это уходной работы произвести. Нужно подкормить с удобрениями саженцы. Полив тут есть, организован пограничниками. Дети в прошлый раз не видели вот Тереспольские ворота с обратной стороны. Для них это был такой своего рода восторг, что они наконец попали на обратную сторону вот этого Тереспольского направления. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На долю этих людей выпали нелегкие жизненные испытания. Они прошли через лагеря смерти, ощутили на себе жестокость фашистов, видели страшные картины той действительности, о которой сегодня вспоминают со слезами на глазах. Пройдя через ужасы, они смогли справиться с болью и травмами своей судьбы. Дети войны, узники фашизма. Сегодня они, хоть и люди не молодые, однако, живя в мирное время, стараются активно помогать другим. Организации бывших несовершеннолетних узников есть в каждой из областей нашей страны, Брестская в их числе. Ее представители ежегодно совместными усилиями реализуют многочисленные проекты, направленные на помощь и социализацию пожилых людей, занимаются разработкой образовательных программ, организацией досуга. Дружный коллектив, в котором все делается сообща, а главное с душой, на днях отметил 25-летие Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма по Брестской области. О том, как это было, расскажет София Бережная. Брестская областная организация несовершеннолетних узников фашизма сегодня – это порядка 3000 представителей. В городе Бресте их около 400 человек. Жертвы нацистского режима – это люди, в сердцах которых по-прежнему гремит боль потери, ужасов пережитого и увиденного своими глазами. Это люди, которые, рассказывая о событиях далеких военных лет, вспоминают гулы разрывающихся снарядов, отчетливо представляют пепелища сожженных городов и деревень, пронзительные крики детей и матерей. Они говорят об этом так, словно это было только вчера. Глубоко не зажившая с годами рана – отпечаток судьбы, который не способна стереть годы. Встречаясь вместе в памятные даты и годовщины, они не скрывают волнения, эмоции переполняют. Вот в этот день 25-летие Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма по Брестской области одолевают смешанные чувства. Им есть что сказать друг другу, есть что вспомнить. А главное, у них множество планов на будущее, к осуществлению которых они примутся, как всегда, с большим энтузиазмом. Конечно, все мы уже не те, когда мы пришли работать в нашу организацию. Но я хочу отметить, что вот наш состав-то, наш совет, все мы еще работоспособные, хотя всем уже за 70, а некоторым и 80 лет. И как-то вот этой своей работой, хоть она, может, еще и недостаточная уже с возрастом, мы сами живем и заставляем жить других. Средний возраст несовершеннолетних узников фашизма в Брестской области 87 лет. Самый старший представитель областной организации перешагнул 90-летний рубеж. Однако годы для них не повод сидеть сложа руки. Совместными усилиями представители организации реализуют многочисленные проекты, направленные на помощь и социализацию пожилых людей. Они вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Мы, вы знаете, мы не сидим без дела. Нет, мы работаем, проводим нормально досуг. Знаем, мы следим друг за другом. Мы, знаете, как такой возраст, как говорится, сегодня ты ходишь, а завтра, увы. Поэтому мы следим друг за другом, помогаем, насколько можем. На юбилейной встрече присутствовали около 20 представителей объединения. В гостях у себя их встречал территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района. В этот день пожелания в адрес активистов не прекращались. Добрые слова брестчанам высказала ответственный секретарь Республиканской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма. Мы последние, ну так сказать, последние жертвы, свидетели войны, хотя мы были еще маленькими, но это последнее крыло военного лихолетия, и на нас большая надежда. Выполняется задача в том плане, что у нас такое рвение есть, скорее нам пожить и скорее передать то, что мы знаем, нашу боль. Мы пишем много книг о воспоминаниях узников, открываем аллеи славы, памятники, собираемся в школах. Ну, в общем, живем, стараемся нашей жизнью, насколько нам позволяет здоровье, оптимизмом нас не занимается. Представители Брестской областной организации общественного объединения
объединение «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» не желают останавливаться. Активная деятельность, направленная на помощь пожилым людям, организация досуга пенсионеров, воспитание подрастающего поколения – это лишь заглавные цели. Помимо всего, в планах культурный досуг, в чем они не отстают. В прошлом году бывшие узники побывали на встрече с представителями областных организаций в столице Синеокой. Посетили современный музей Великой Отечественной войны. И это далеко не все. Немолодые, но полные сил энтузиасты строят новые планы. Мы хотели поехать в музей в Минск Отечественной войны. Поехали. Мы хотели ознакомиться с достопримечательностями Беларуси. Вы знаете, у нас же такие прекрасные места в Беларуси. Ознакомиться с памятниками, с этими замками Беларуси. Мы организовали поездку, мы поехали. Мы хотели по городу Бресту посмотреть, что в городе Бресте делается, как он строится, каковы планы, что сделали нам такую экскурсию. Очень-очень интересно. И вообще, вот что у нас вот, вот сейчас мы хотим собраться, кто, у кого есть силенки, посетить наш драматический театр. Сейчас подберем постановку и обязательно пойдем посмотрим. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Акция «Звезда нашей Великой Победы» стартовала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 5 направлений, условно символизирующих пятиконечную звезду, образ победы в Великой Отечественной войне, остров Русский, Брест, Архангельск, Севастополь, Дербент. Все эти уголки бывшего Советского Союза сегодня вместе в рамках одного большого мероприятия. Через 1000 километров делегации пронесут с собой Знамя Победы общей площадью порядка 200 квадратных метров. «Весна, студенчество, успех» – именно это девиз стал лозунгом первого в истории университета имени Пушкина Большого молодежного парада. Принять участие в крупномасштабном мероприятии изъявило желание порядка 400 представителей студенческой братии. Кульминацией праздника стал праздничный концерт с участием молодежных коллективов Пушкинского вуза. Молодежный парад – это одно из мероприятий в большом цикле под названием «Студенческая весна». Каждый год этот праздник приобретает новые яркие краски и нотки и постепенно выходит за рамки вуза. Завершится творческий калейдоскоп 12 апреля. В День здоровья для брещан был подготовлен настоящий праздник с насыщенной спортивной программой «Здоровью – зеленый свет». Под таким названием прошло мероприятие в рамках акции Ленинского района «Образ жизни – здоровье». Праздник здоровья развернулся на стадионе 17-й средней школы. Поучаствовать в мероприятии собралось большое количество детей. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы участники с пользой провели время, попробовали себя в разных видах спорта, пообщались с именитыми брестскими спортсменами. На отреставрированном стадионе школы расположилось несколько площадок, в том числе и волонтерский уголок, где добровольцы отряда «Доброе сердце» повязывали участникам зеленые ленточки как символ здоровья. В Бресте успешно стартовала крупномасштабная акция «Спорт против наркотиков. Выбери жизнь». Привлечь молодых людей, склонных к девиантному поведению, к занятиям спортом. Именно такую цель ставили перед собой организаторы новой для областного центра профилактической акции. Соревнования по пауэрлифтингу, роллерному спорту, айсштоку и футболу, армрестлингу – и это не полный список того, что ждет брестскую молодежь. В большой программе мероприятия еще большое количество нового и интересного. «Посади свое дерево» – таков призыв экологической акции «Неделя леса», которая по инициативе Министерства лесного хозяйства прошла в Беларуси. Со 2 по 9 апреля представители лесхозов, областных организаций охраны окружающей среды, молодежи и общественности вносили свою лепту в воспроизводство лесов, высаживали деревья, убирали лесной фонд. В этом году акция посвящена 30-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В рамках акции «Лесной фонд Бреста и Брестской области» планируется обновить на 8 миллионов новых деревьев. В память о событиях Чернобыльской катастрофы в регионе будет заложено 18 березовых и смешанных рощ и дубрав. Вы смотрите «Городские новости» на БукТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. «Победим сахарный диабет». Под таким лозунгом на Брещине прошел Всемирный день здоровья. Выбор темы не случайен. Эпидемия сахарного диабета стремительно растет во многих странах. Сегодня так называемой тихой болезнью, шествующей беспощадным маршем, страдают 422 миллиона человек во всем мире. Недуг поражает почти каждого 11-го человека.
В областном центре Полесья сахарным диабетом болеют около 7 тысяч человек, в том числе и дети. Поэтому для информированности населения о факторах риска развития тихой эпидемии и их коррекции в городе и области в рамках Дня здоровья были проведены профилактические акции и тематические дни. Виктория Драгобецкая продолжит тему. Сегодня в Беларуси на диспансерном учете состоят около 280 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Среди них 7 тысяч страдающих этим заболеванием в Бресте. Именно поэтому в городе акции по выявлению и профилактике диабета уже стали традицией. На этой неделе одна из них прошла в торговом центре «Корона». Измерить давление, вес и уровень сахара в крови пришла и Антонина Пухова. Как оказалось, не зря. Пришла и давление померила. И прям как-то расстроилась, потому что очень большое. Хотя и пила утром таблетки. Очень хорошо, что такие акции проводятся. День здоровья – это всегда хорошо. Дома иногда и не померяешь. А тут вот пришла, и очень спасибо вам за эту акцию. Сегодня болезнь стремительно молодеет. Именно поэтому за сахарным диабетом справедливо закрепилось название неинфекционной эпидемии на земном шаре. В списке первых причин недуга – избыточный вес, малоподвижный образ жизни и только потом так называемые поломки иммунной системы. Все это ведет к серьезным осложнениям, которыми грозен сахарный диабет. Если человек очень плохо относится к своему сахарному диабету, то развиваются сосудистые макроосложнения, и диабет их ускоряет. Процессы атеросклероза, повреждения стенок артерий. Сахарный диабет в 4 раза повышает риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов. Сахарный диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности. Коснулась проблема сахарного диабета и детей. Статистика упрямо доказывает рост тихой эпидемии в подростковой среде. Причем как неизлечимого первого типа, так и второго. Инсулинозависимым диабетом в городе страдает около 80 юных пациентов. Причем если 2 года назад фиксировалось 3-4 случая заболевания, то в прошлом году эта цифра резко выросла до 9. Сегодня эндокринологи видят факторы риска развития сахарного диабета первого типа в следующем. В первую очередь это присутствие, ну, наверное, у нас в рационе питания у детей и младших возрастов это много продуктов, содержащих искусственные добавки, много красителей. Также ранний перевод на искусственное вскармливание детей. Обо всем, скажем, не только педиатры об этом говорят, также и эндокринологи. Также хотелось бы вот как обратиться к родителям, чтобы они учили детей правильно переживать стресс. Потому что часто бывает, родители рассказывают, что вот после, допустим, смерти близкого человека или какого-то потрясения у ребенка развился диабет. Если предупредить детский диабет крайне сложно, поскольку зачастую причина в сбое иммунной системы, то профилактику второго типа проводить необходимо. В первую очередь снизить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и бороться с лишним весом. Пациентам с избыточной массой тела и ожирением мы не рекомендуем употреблять в день более 1600 килокалорий. Второй момент – это активный образ жизни. Человек должен каждый день выполнять физические упражнения и ходить пешком. Не менее 1 часа в день он должен уделять именно вот этой вот процедуре ходьбы, или, как мы эндокринологи это называем, еду нужно отрабатывать. Еду нужно отрабатывать физической нагрузкой. Если мы не будем шевелиться, двигаться, у нас, к сожалению, будет избыточная масса тела, которая неминуемо ведет к развитию сахарного диабета. Доказано, что снижение массы тела на 5 или 10% от исходной в сочетании с двигательной активностью в 80% случаев приводит либо к облегчению течения этого заболевания, либо вообще к профилактике его развития. Поэтому вместо того, чтобы уткнуться в монитор компьютера или экран телевизора, лучше потратить свободное время на поход в бассейн, спортзал или на элементарную прогулку на свежем воздухе. Ведь еще древние мудрецы говорили, что движение – это жизнь. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Весна радует жителей Брещины теплыми ясными днями. Пока погода благоволит, люди спешат провести время на природе, не упуская возможности развести костры. Дачники же и владельцы частных домовладений приступают к активной уборке придворовых территорий, часто прибегая к сжиганию мусора. В этот период спасатели области особенно бдительны, ведь, как показывает опыт прошлых лет, зачастую недальновидные действия граждан приводят в буквальном смысле к катастрофам. Сотрудники МЧС не устают напоминать, последствия опалов непредсказуемы, а порой и трагичны. А потому каждый должен хорошо подумать, прежде чем приступать к заведомо опасной деятельности. София Бережная продолжит тему.
С наступлением теплой погоды, как правило, наступает период кипучей деятельности дачника, владельцев частных домовладений и работников сельскохозяйственных организаций. То, что большинство из них спешат избавиться от мусора и сухой травы самым простым способом, путем сжигания, неутешительно, однако давно не новость. Из года в год спасатели Брещины борются с проблемой методом предупреждения. На кону судьба людей, их имущество и, конечно, растительности Полесского края. Острота вопроса сохраняется, факты говорят сами за себя. В 2015-м на территории Брещины в пожароопасный период произошло 79 пожаров, в которых погибли 3 человека. Основными причинами стали выжигание сухой растительности, а также нарушение правил безопасности при разведении костров. Картина нынешнего весеннего сезона в области – 21 пожар в экосистемах. По фактам подобным принимаются оперативные меры реагирования. Также очень активно мы стараемся профилактировать подобные ситуации. В частности, в ходе рейдовых мероприятий на территории Брестской области уже составлено 57 административных протоколов, оштрафовано 57 человек на общую сумму более 14 миллионов рублей. Также ведется активно разъяснительная работа, проинструктирована о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период более 4000 человек. Спасатели не дремлют, однако не на всех способны оказать должное влияние предупреждения, даже подкрепленной говорящей статистикой. Находятся те, кто осознанно идет на риск, подвергая опасности жилые строения и человеческие жизни. Обстоятельства и причины недавнего возгорания растительности в деревне Николаево Каменецкого района, затронувшего территорию в 3 километра. Человеческая беспечность, предполагают спасатели. Первый выезд на место ЧС в довольно спокойном сезоне заставил огнеборцев взять ситуацию под особый контроль. Были приняты меры по тушению, был выделен трактор с плугами для опашки территории. Ну и также население активно участвовало в тушении пожара, потому что данный участок прилегает к огородам людей, и сухая посушь, скажем так, непосредственно примыкала вот к очагу возгорания. Были проведены профилактические мероприятия в данном населенном пункте с целью выяснения обстоятельств возникновения данного загорания. Но так как данный участок прилегает к проезжей дороге, возможность неосторожного обращения с огнем, то есть где-то брошенный окурок. За разжигание костров в неустановленных местах в текущем сезоне к административной ответственности уже привлечены 2 гражданина. В целом ситуация в Каменецком районе стабильна. Профилактическая работа с населением дает свои плоды. Устойчивая ситуация сохраняется на территории Дмитровичского лесничества, что крайне важно. Случайное возгорание на торфяниках влечет огромную опасность. По Каменецкому району я считаю, что ситуация вполне под контролем. По сравнению с прошлым годом возгораний гораздо и гораздо меньше. Ну, я думаю, что благоприятствовали этому и нормальные погодные условия, и выпадение своевременной осадков, своевременно предупреждает это. Но можно сказать, что большая профилактическая работа проведена как охраной природы, так и Каменецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям. В тесном контакте работают лесничество района, у нас их 3. Работает Национальный государственный парк Беловежская пуща в этом направлении сильно. Ситуации, когда огонь вдруг выходит из-под контроля, а пламя в секунду перебрасывается на близлежащие территории и постройки, сложно предугадать. Именно в таких случаях человек бессилен перед огнем. Справиться с опасностью способны лишь оперативно вмешавшиеся спасатели. Подразделения МЧС Брестской области в текущем году совершили 17 выездов на тушение пожаров в экосистемах. Они затронули почти 8 гектаров площади. Обратить внимание каждого к проблеме огромной важности невозможно до тех пор, пока человек самостоятельно не примет для себя решение, что для него важнее – испытывать судьбу или пойти другим путем, безопасным для жизни. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Восемнадцать уникальных гравюр 19 века появились в Музее истории города Бреста. Экспозиция старинных репринтов, демонстрирующих западноевропейские костюмы эпохи реформации, была передана в дар музею в конце прошлого года почетным консулом, руководителем консульского агентства Франции в Бресте Леонидом Стоецким. Сегодня ценители искусства могут познакомиться с коллекцией гравюр неизвестного художника на выставке «Мода в зеркале истории. Эпоха реформации. Гравюры 19 века. Германия», которая открылась в Музее истории города в рамках Года культуры. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой.
Мечты сбываются. Эти слова в своем выступлении директор музея истории города Светлана Стамчук произнесла не случайно. Коллекцию уникальных артефактов музейщики обнаружили еще в прошлом году в Брестском антикварном магазине. Гравюры было решено приобрести, однако в тот момент не хватило средств. Репринты попали в лист ожидания. Как оказалось, ненадолго. Спустя некоторое время музей получил коллекцию в дар от неизвестного мецената, имя которого вскоре удалось узнать. Речь идет о Леониде Стаецком, почетном консуле и руководителе консульского агентства Франции в Бресте. Программа консульства и консульского агентства Франции в Бресте. Я, скажем так, исполнитель, как консул, как руководитель консульского агентства, а исполнитель этой программы. Программа эта задумана давно, вот, чтобы по мере возможности наполнить содержание наш музей, музей города. Потому что он камерный музей. Вот, тут люди работают очень достойные, очень, не знаю, как, наверное, по-русски и по-белорусски, самоотданные. Да? Вот, поэтому... Это благодаря их энтузиазму вот, как бы, вот это все происходит. Они оформили эти работы, они интересны, потому что они на основании работ 16 века сделаны как бы в 19-м, в середине 19 века. Это репринт 16 столетия, они были переизданы в 19 столетии, но от этого ценность их не уменьшается ни насколько, потому что история костюма и вообще история всего нашего человечества, она так тесно идет рука об руку и переплетается, что, я думаю, эти гравюры, они имеют, конечно же, историческую, художественную ценность, но они будут бесконечно интересны тем, кто на самом деле занимается профессионально историей, профессионально исторического костюма, театральным художником, реконструктором исторической одежды. Художник-гравер доподлинно изобразил не только платья, плащи и прически, так популярные в эпоху реформации, но и аксессуары, прописанные с ювелирной точностью, будь то широкий берет или лиф, вышитый жемчугом. Такая скрупулезность автора позволяет сегодня судить не только о высококлассном мастерстве граверов 16 века, но и о моде того времени. Имя мастера неизвестно, но если внимательно приглядеться, на некоторых листах можно заметить его подпись, расположенную в правом нижнем углу или в складках одежды. Сегодня сотрудники музея изучают работы. Не исключено, что в будущем имя автора станет известно. Мы сегодня являемся свидетелями еще одного случая меценатство, которое, мне кажется, в последнее время как бы завоевывает уже свою такую постоянную основу. В прошлом году мы с вами были свидетелями на двух выставках, когда и картины нашего земляка Якова Баглея также увидели свет в нашем городе. И вот сегодняшние гравюры, которые переданы Леонидом Владимировичем в дар музею города Брест, это, конечно, очень-очень важно. В знак благодарности Николай Красовский вручил Леониду Стаецкому торжественный акт хранения экспонатов. По словам Светланы Стамчук, именно в музее культурные ценности приобретают вечную жизнь. Выставка «Мода в зеркале истории. Эпоха реформации. Гравюры 19 века. Германия» будет работать до 10 мая. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хруч, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Буг-Информ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Буг-Информ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте bugtv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании bugtv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие дни в Беларуси сохранится неустойчивая погода. Брещанам воскресный день 10 апреля лучше провести дома. Переменная облачность, кратковременный дождь и северный ветер не располагают к прогулкам. Но будет тепло, столбики термометров покажут 9-11 градусов тепла в ночные часы и до 14 прогреется воздух днем. Начало недели не привнесет каких-либо изменений в погоду в Бресте. Будет дождливо и сыро, немного ветрено. Такой расклад принесет малоподвижный фронтальный раздел. Минимальная температура в ночные часы составит плюс 8-10 градусов. Максимально днем воздух прогреется до 13 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, такая неустойчивая погода продержится еще в течение нескольких дней.